Всем привет! Вы на канале Аленка. Сегодня мне один человек под видео с обновлением написал, что добавили секретное досягнение, по-украински. И вот и правда добавили, смотрите, факт. За вашу миссию, щоб розблокувати факт, отримати 70 дорогоцінних каменів. Секретное досягнення. Мне сказал человек, что это где-то в японском лесу. Вот давайте посмотрим. Проверим, где тут может. Что-то все. Так. Надо проверить каждый уголок. Мне что-то кажется, где-то недалеко от водопада или в водопаде. Так. Ну что ж, давайте проверим. Посмотрим, побегаем. Так. Будем проверять каждый уголок. Я надеюсь, ничего не пропущу. Кстати, тут уже немного цвет карты поменяли. Или просто ярче сделали. Сейчас я уберу звук. Так, ну что, где тут у нас этот босс? А можно же проверить как-то с помощью бага небольшого. Я тут его недавно нашла. А, нет, не получается. Или получается? Подождите. Да, там что-то добавили под водопадом. Как туда попасть? Что-то заметил, но там очень плохо видно. Так. Нет, тут не попадешь. Так, так, так. Интересненько, интересненько. Я буду играть за лисичек. У меня тут прокачанный. Так, как туда попасть? Может, не надо тут в водопаде бегать? Мне тут... А где-то с другой стороны? А вдруг в этом водопаде можно зайти? В водопаде. Что-то кажется, нет. Нет, не получилось. Ну что ж. Побежали смотреть. Ладно, тут никого случайно по пути не поймать на хвост. Не знаю, как-то. Я правда там что-то заметила. Сейчас еще раз покажу. Чтобы вы убедились. Так. Вот видите, там что-то снизу такое, что-то из дерева. Вон, под кнопками. Я не могу вам показать нормально. Там плохо видно. Что ж, где-то тут ход есть. Я думаю, где-то в камнях, как в Египте. Египте. Короче, Египет будет Египет. Так. Что ничего нету. Может, меня обманули? Нет, там правда что-то есть. Что ж, буду сейчас каждый угол тыкаться. Пока... О, вау, ого. Вау, какой. Это кто? Ты кто, чудовище? Ух ты, смотрите, ух ты, пандочка. Какие-то утки или лебеди, не знаю. И котик. Лапка так. И журавли, как в японском лесу. Что это за чудовище такое? Кто ты? Ну, короче, давайте его попробуем победить. Сейчас питомца возьму. Вот это. Интересно, сколько он даст золота? Так, главное, чтобы... Поставлю такую камеру, мне так с ней легче играть. Давайте... О, я задание выполнила какое-то. Ну ладно. Побеждаем какого-то босса. Я потом хочу посмотреть, как это называется, какое-то божество. Это, наверное, в каком-то Китае такое божество. Миллион здоровья или... Нет. Нет, не миллион, там... 1015. У меня семья его не догоняет, если я так буду бегать, то он меня кусает. Так, меня не съедят тут, надеюсь. Ой. Ух ты, ну прикольно, конечно, что добавили. Теперь будем бегать с китайского дракона на этого. Так. Ну что тут у нас? Там посторонние звуки. Не обращайте на них внимания. И что-то пока 4 или 2 минуты бега снесла где-то 30 или 40 тысяч жизней. Интересно, что это за чудовище? На бульдога похоже. Ну, еще такая анимация бега, как будто немного подвисает. Он меня съест скоро уже. Ай, нет! Я немного неправильно рулю. Ну, довольно-таки нелегкий босс.
Китайский дракон все-таки полегче. Ну что ж. Давай. Еще немного осталось. Ну как немного? 50 тысяч. Надо глушить и бегать. Глушить и бегать. Чтоб семья доставала и питомец. Так, мне еще один удар по мне и все. Ну, смогу снова прибежать. Ну, вообще так незаметно сделали. Так, ладно, не буду к нему приближаться близко, то он меня съест. Ну, прикольный, в принципе, такой храм. Можно его в фильмах использовать. Котик, панда, журавли, а то я не знаю, что за утки плавают. Может, селезни или нет. Сейчас еще прочитаем факт и кристалл соберем. И посмотрим, что это за чудовище. Это уже 10-й раз говорю. Ну ладно. Уже его... Я его победил за 5 минут. Ну неплохо, неплохо. Меня на чуть не сожрал. О, давай еще чуть-чуть. Давай, давай. Может, он 30 тысяч даст золото. Ну не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Мне уже под конец подвисает почему-то, хотя я в офлайне играю. Да блин, я если сейчас подойду и к нему, он меня хрызанет и все. Все, нет. Натысни, чё, зебраты. Секретное досягнение. Так, кто это? Давай долго листать, конечно, но... Так, секретное досягнение. Китайский дракон соблюя параторскую владу. Він є символом добра, богатства и процветания. Не поняла. Так это ж не дракон. Ну ладно, на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Будем на стримах бегать к этому боссу.